подвиг народа. Одним из его ярких проявлений было участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны гражданского населения. 80-летие формирования Щелковского батальона народного ополчения отметили ставшим уже традиционным мероприятием. Оно прошло на мемориале погибшим воинам-химикам на Заводской улице. Именно здесь, в клубе химзавода, проходила запись добровольцев, которая завершилась 6 июля 1941 года. Почтить память ополченцев пришли работники предприятия «Щелково Агрохим», ветераны вооруженных сил, депутаты, юноармейцы и представители администрации городского округа. 4-я дивизия, в состав которой был включен Щелковский батальон под Боровском и Нарфоминском, из 14 тысяч потеряла 12 убитыми. То есть это просто огромные потери. Вечная память погибшим за нашу Родину, за столицу нашей Родины, Москву. И вечная слава героям. Они действительно все герои. 4-я дивизия народного ополчения, в которую входили и 600 добровольцев из Щелково, ценой огромных потерь закрыла немецким захватчикам прямую дорогу к Москве. Многие из наших земляков погибли. Один из них – Иван Ильич Плюснин. Каждый год 6 июля его дочь Нина Ивановна Иванова приходит сюда к мемориалу. Вспоминает, как ее отец объявил о том, что записался добровольцем в народное ополчение. Отец пришел с работы, собрал нас всех в комнате. Значит, у нас было две сестры, бабушка с дедушкой, значит, ну и мама с папой. Собрал и сказал, что, значит, завтра никто никуда не идет, утром идем фотографироваться. А после этого он сказал, что, значит, домой, все домой, пришли, пьем чай, и я ухожу. Пап, куда ты? Что ты? Я ухожу. Я буду вас защищать. С 2016 года решением Совета депутатов 6 июля стал в Щелкове днем памяти наших земляков, воевавших в составе народного ополчения. От благодарных потомков к мемориалу погибшим воинам-химикам в этот день снова ложатся красные гвоздики. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.